Мне тут по-доброму светит такое большое белое пятно, чтобы меня слепило. Поэтому я буду больше смотреть ноутбук сегодня, чем на вас. Поэтому не обижайтесь, это я как бы не то, что вас игнорировать буду, просто буду код показывать. Хорошо, давайте начинать. Немножко представлюсь. Я Игорь Хролл, работаю, вот недавно начал работать в компании Automatic. Более 10 лет в отрасли, в разных ролях сумел поработать, инженер, тимлид и прочее. Пишу на Питоне, Скале и на всяком многом другом. Если вы там, может, не слушали мои предыдущие доклады, да, кстати, я только один раз пропустил Selenium Camp ввиду поездки в Таиланд. И, ну, я очень люблю эту конференцию. Как раз на этих конференциях можно делать вот такие доклады. Если вам, как здесь, если вам понравится то, что я вот сегодня рассказываю, можете зайти вот на мой сайт, и там, возможно, почерпнете для себя чего-то нового. Как я уже сказал, мне нравится эта конференция за то, что здесь можно делать такие доклады. И ну, сразу как бы могу сказать, что доклад будет сложный. Почему такая тема? Тут есть тестировщики в зале? О, здорово. А QA-инженеры? Вот я сегодня буду говорить про QA. Я не буду говорить про тестирование. Почти не буду говорить про тестирование. То есть все понимают разницу между тестированием и QA. То есть я не буду говорить, как тестировать, я буду говорить, как сделать так, чтобы багов не было в принципе. То есть эта тема про это. Автоматизаторы есть в зале? Во, здорово. Всем знакома эта пирамида, да? Вот, на самом деле я сегодня хочу рассказать про некое расширение этой пирамиды. Вот еще один уровень снизу можно добавить к ней. Как вы думаете, какой? Что работает еще быстрее, если вот сейчас есть модная транзиция, так модная концепция shift-left? Что происходит еще до модульных тестов с нашим приложением? Загружается Windows, еще что? Компилятор. То есть если мы подумаем, что если мы какие-то проблемы отловим на уровне компилятора, то в принципе модульные тесты можно даже не запускать. И это очень хорошо ложится в тренд более эффективного обеспечения качества. Разработчики есть в зале? Ну, вас тут совсем немного, но буду сегодня говорить про программирование, про функциональное программирование. Если вам сегодня понравится эта тема, то вот как раз я посмотрел, в Киеве с 2012 года происходят сходки людей, обсуждающих функциональное программирование. Но почему вот как раз, вот что меня подвигло на самом деле говорить об этом докладе? С одной стороны, сообщество разработчиков обсуждает функциональное программирование уже, как в Киеве даже, с 2012 года, так это появилось еще раньше. Но оно про то, чтобы не было дефектов. То есть с одной стороны разработчики обсуждают, с другой стороны тема в принципе не освещалась на конференциях по тестированию. Поэтому я здесь, поэтому я это рассказываю. Писать буду код на скале. Но не расстраивайтесь, если вы не знаете скалу. В принципе, если вы знаете Java, то вы поймете. Если вы знаете C-Sharp, вы поймете. Какие-то чуть более сложные моменты я разъясню. Все те вещи, которые я сегодня буду показывать, они ложатся хорошо на другие языки, на которых вы пишете. То есть это не обязательно, что вам надо писать только на скале или там на Haskell, чтобы это все применять. После того, как вы погружаетесь в этот мир, вы начинаете, в принципе, писать код по-другому, и люди потом на Python пишут код по-другому, хотя, в принципе, это язык не такой уж функциональный. Scala работает на JVM, и это здорово, потому что, ну, как бы, по сути, все, что хочешь, можно из Java запустить. Появилось в 2013 году под влиянием очень многих разных языков, но, тем не менее, своим появлением потом повлиял на Kotlin и на Swift. Все, хватит вступления, давайте показывать будем. Hello World на Scala, то есть не World, а Kiev. Вот main method, print, ну, как вы догадаетесь, что сейчас выведется, да? Догадались? Вот. Давайте будем писать программу. Добавим класс. У нас будет класс пользователь. И у пользователя, это сейчас сразу заполню. Значит, что у него есть? У него есть имя, есть день рождения. И, ну, вот обычная такая программа. Значит, вот есть бизнес-логика какая-то. Надо по дню рождения получить день недели, в которой он родился. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть я вот вместо Hello Kiev сделаю нового пользователя. Вот, если кто-то хочет меня поздравить с днем рождения, например, то я родился
вот, 1987, вот, 2 января. Так, сейчас это уберу, чтобы лучше было. Вот, соответственно, я узнаю, в какой день я родился. Вот, кто хочет еще поучаствовать в докладе? Вот, как вас зовут? Анна. Анна, вот, когда вы родились? Ну, девушке сложно этот вопрос задавать, но тем не менее. 11 и 8. Отлично. В какой день недели вы родились? В понедельник. Сейчас проверим. Правильно, да, понедельник. Не врете. Вот, все вроде бы хорошо. Что, какая проблема есть в этой программе? Неожиданно является, что поле этого день рождения, оно не обязательно. И появляется пользователь Oops, который не заполнен день рождения. И, ну вот, null там, да? Что сейчас произойдет? Произошел null pointer exception, правильно? Ну, все поняли, почему, да? То есть, когда мы взяли вот здесь вот день недели, это null, null pointer exception, здрасте. У кого были null pointer exception? Здрасте, да. Я пришел по адресу. Значит, что делать, чтобы их не было? Так, у меня есть слайд по этому поводу. Чтоб нам такое вот здесь сделать так, чтобы вот эти null взять и отменить. Давайте все, что у нас может быть null, обернем в небольшую вещь. Назовем это option. То есть те значения, которые могут быть null, мы так и сделаем. Скажем, что вот это будет такой класс, в котором будет храниться дата, но она опциональна. Она может быть, а может и не быть. И, соответственно, вот здесь вот в этом месте, вместо того, чтобы сразу брать вот эту вот вещь, мы сделаем следующее. Воспринимайте эту конструкцию как switch. То есть если birthday некий сам, как что-то, что не пустое значение, то тогда мы у этого дня возьмем день недели. Ну а если пустое, вернем null. Соответственно, наш main метод во что превращается? Вот видите, нам уже компилятор говорит, надо его немножко поменять. То есть у нас будет день рождения в этом случае какой-то сам, какой-то, который содержится. И здесь день рождения, который содержится. А здесь вместо null мы будем писать none. И это, ну, это разные вещи. То есть это просто специальный объект, который говорит, что ну, ничего нету в option. И, соответственно, если мы сейчас это запускаем, исключение не произошло. Но все равно мы не от всех налов избавились, понимаем, да? Поэтому вот здесь вот все-таки не нал надо возвращать, а none. Ну и тогда возвращать не день недели, потому что результат получается, либо мы что-то вернем, либо он будет пустым. И тогда мы здесь будем писать option дня недели. Вот так вот это будет выглядеть. И у нас все, null pointer exception, ну, вообще нет. У нас, в принципе, в программе не осталось налов. И, в принципе, вот все, null pointer exception нету. Вот таким вот незатейливым способом. Ну и, в принципе, если так посмотреть вот на вот эту конструкцию, она какая-то немножко громоздкая получилась, правда? Но если посмотреть, что тут происходит, видите, мы берем содержимое вот этой вот этого самого и применяем какое-то преобразование к нему. Что вам это напоминает? Немножко другое. Вот когда вам надо пройти, например, по списку и, там, не знаю, перевести все элементы строки в число, все элементы списков. Each map, вот map. То есть на самом деле это конструкция, ну, называется map, в которую мы просто передаем функцию, вот наш день недели, и у него берем gate dot week. То есть, в принципе, это сейчас мы то же самое написали. И достаточно лаконично это выглядит, то есть это не настолько страшно. Вот. Ну и если там немножко синтаксического сахара взять, то вот даже вот так это можно сделать. Все, у нас в программе нет null pointer exception. То есть с помощью вот таких нехитрых способов мы можем избавиться от null pointer exception. Ну что, на этом остановимся, нет? Так, это здесь это было. Если у вас null pointer exception, option вам помогут. Такие вот некие контейнеры, которые будут содержать ваши значения. А давайте пойдем дальше. А давайте вообще от всех исключений избавимся. Как вам такой план? Нравится, да? Давайте посмотрим, как это сделать. Так, у меня тут шпаргалочки небольшие. Так, вернемся сюда и посмотрим, подумаем вообще, где у нас эксепшены появляются.
То есть, допустим, у нас есть поле у класса, которое содержит адрес. Допустим, это будет какой-то опциональная строка, которая может быть, а может и не быть. И когда мы что хотим сделать? Мы хотим, ну вот строку, которую мы заполняем в анкетах, там, где ты живешь, там, я живу в таком-то адресе. Логика следующая. Если у нас адрес будет содержать Беларусь, ну где-то в тексте, то мы тогда будем говорить, что пользователь из Беларуси. Если где-то будет содержаться Украина, то будем возвращать Украина. Вот это вот, ну, по сути, enum стран будет. Но, соответственно, от пустой страны мы не можем вернуть поддерживаемую страну, потому что ее нету. В этих случаях мы обычно бросаем исключение. Типа мы не можем взять страну из неопределенного адреса. Либо если там вот наш бизнес работает в Беларуси и в Украине, и тут так оказалось, что пользователь написал что-то, что нету ни Беларуси, ни Украины. Ну, тогда мы говорим о том, что ну, мы не можем взять поддерживаемую страну из адреса. То есть вот есть исключения, такие достаточно типовые исключения из бизнес-логики, которые бросаются в коде. Сейчас реализуем вот эту вот небольшую штуку. Так, S нажму. О, вот, new file. Упс, не то. Секундочку, немножко волнуюсь. Вот, то. Это почти что enum. Считайте это enum, то есть если так чуть-чуть сейчас уйду в сторону, это интерфейс, от которого можно отнаследоваться только в этом файле. И это два синглтона, которые вот в этом интерфейсе, которые вот, ну, в общем, все, что связано с supported country, ограничивается этим файлом, и только, вот это, ну, только две вещи могут реализовать этот интерфейс. То есть, если вы знаете Java, в принципе, достаточно в понятных терминах я сейчас объяснил. Давайте посмотрим, как это работает. Вернемся в наш main метод. Так, посмотрим, что это все скомпилировалось. Так, скомпилировалось, отлично. Да. У задних рядов просят, как бы так это мне сделать? Ну, давайте попробуем. Давайте так попробуем писать. Так лучше? Отлично. Сделали покрупнее. Так, ну и вот, соответственно, давайте сделаем, ну, чтобы уже дни рождения не тягать туда-сюда. Здесь у меня просто оставлю по умолчанию, что пусто будет. И если вернуться в main метод, то себе заполню вот какой-нибудь адрес из Беларуси. Там вот адрес — это будет что-нибудь из Беларуси. Не буду уже писать свой реальный адрес здесь. Так, ну вот, соответственно, им о том, если... Так, сейчас мы это с тобой пользователя создали. А теперь get country. Соответственно, это первый случай. Ну и второй случай, вот пользователь UPS, он может быть, например, с пустым адресом, да? И тогда get country у нас бросит исключение. Все понимаем, да? Потому что мы не можем взять... Вот. То есть здесь мы вернули Беларусь, а здесь мы получили illegal argument exception. Как с этим бороться? То есть у нас есть бизнес-код, ну какой-то код, который бросает исключения. Можем ли мы их не бросать? По сути, если мы подумаем, что мы делаем в методе getCountry, у нас есть два исхода. Первое, нам надо вернуть страну. И второе, нам надо бросить исключение с каким-то текстом. Для вот этой вещи есть такая вот вещь, называется either. Она может принимать две вещи, либо левое, либо правое. Либо все пошло налево, в прямом смысле налево, и у нас вернулось какое-то исключение в виде строки. Либо оно пошло направо, и все стало хорошо, правильно так было. И теперь мы вместо того, чтобы бросать исключение, мы будем возвращать либо левое от строки, либо правое от страны. То есть либо будет все хорошо, тогда будет вернем правое. А если все это плохо, то тогда вернем левое. И не будем бросать исключения. То есть, в принципе, мы сейчас практически ничего не поменяли, бизнес-код работает так же. Но вместо бросания исключения мы сейчас просто возвращаем либо Беларусь, либо правую Беларусь, либо левую строчку. Понимаем, да? Теперь у нас в коде не осталось исключений. Давайте немножко покрутим, повертим этот код, чтобы было так поинтереснее. Конечно. Да. Не, ну, нам надо было обрабатывать то, что бросили, try-catch писать, а тут нам сразу вернули, если что-то пошло не так. И точно так же обрабатываем. Просто что вместо того, чтобы бросать исключение, мы его возвращаем.
То есть идея в том, чтобы ну, не бросать вот эти все как бы, вещи, потому что это часть логики, как бы, почему это мы бросаем его, почему у нас программа. Ну, то есть это, ситуация здесь она не исключительная. То есть в скале можно получить исключение, но это должен быть какой-нибудь out of memory или какой-то crash, ну что-то действительно исключительное. Если мы пишем вот в таком нормальном, ну, нормальной бизнес-логику, зачем тут бросать исключение? Потому что это нормальный исход ну, бизнеса. То есть, ну вот, да, бывает такое, что пользователя не можем распарсить. Ну ок. И почему программу надо так жестко останавливать? Смотрите, вот эта вот вещь, вот эту функцию, мы можем ее просто вынести в переменную. То есть если вы, в принципе, в Java, по-моему, уже тоже можно такие вещи делать. Ну вот сделаем функцию extract country. Что она делает? Она берет строку на вход и возвращает either от строки и от supported country. И, соответственно, упс. Так, сейчас мы еще... Сейчас, секунду. Все пошло не так. У меня буфер очистился. Так. Так. Сейчас еще раз напишу. Значит, country. Берем строку и возвращаем either. Either строка, либо supported country. Так, идет какой-то адрес на вход, и мы парсим этот адрес. И теперь мы вот... Я уже печатаюсь. Так, extract country. Ну, понимаете, тут цирковое представление, все на лету делается. Так, и теперь надо сделать extract country от вот этого реального адреса. То есть я пока ничего не поменял, я просто вынес функцию. Так, теперь я поменял. И теперь, смотрите, тоже появилась какая-то конструкция, которая такая тоже, хочется ее как-то свернуть немножко. По сути, вот этот option, вот адрес — это option, который либо может быть пустым, либо не пустым. И из пустого значения нам надо сделать лево, а право продолжить дальше. Поэтому можно сделать сразу вот из адреса сказать ему, сделай его правым, а если оно будет левым, ну, то есть пустым, то мы вернем вот эту вещь. То есть вот этот вот, чтобы не писать этот case null, case none, мы его сразу вот так вот преобразуем. Уже лучше, да? То есть теперь у нас получается, что есть either, который либо исключение содержит, либо адрес. То есть справа string, вот этот вот справа, вот этот, это адрес. И теперь нам надо этот адрес, ну, все-таки применить функцию extract country. Если мы сделаем функцию map extract country, то оно тоже не соберется. Сейчас посмотрим, почему. Функцию map, когда мы ее применили к правой части. И из правого адреса, который был, мы получили еще один either. То есть у нас получился вложенный either. Но хотелось бы как-то это все сгладить и сделать плоским. Слово, когда я говорю слово «плоский», вам это ничего не напоминает как-нибудь, какую-нибудь функцию вот из стримов, например? То есть на самом деле вместо мэпа тут надо сделать flat map. И вот, в принципе, то же самое. То есть я на самом деле сейчас ничего не поменял, я немножко код написал так, чтобы не писать вот эти кейсы и рассматривать все ситуации. Оно вот так схлопывается. И ну, я понимаю, что это с первого раза достаточно сложно понять. До меня дошло раза с третьего вот такие примеры. Вот. Но тем не менее я показываю логику и общий стиль мышления. Вот. Ну, здорово, написали. Какие еще можно... Ну, какие у нас еще проблемы могут в коде? С исключениями мы разобрались, с null pointer, ну, конкретными исключениями разобрались. Давайте посмотрим немножко внимательнее на то, что из себя у нас представляет пользователь и как мы с ним работаем. У меня есть пару слайдов. Значит, если мы бросаем исключения, на самом деле не надо их бросать, возвращайте either, и будет вам счастье. Следующий пример, который мне хотелось бы еще донести до вас, это следующий. Допустим, у нас пользователь переезжает, вот как я сейчас, из Беларуси в Украину, да? И нам надо сделать update country. У нас есть user, просто функция ничего не возвращает. И теперь мы хотим его вот, адрес сказать, что ты будешь где-нибудь в Украине. Значит, что у нас получается? Вот у нас, я вот такой жил, себе не тужил, пользователь в Беларуси.
адрес. Юзер сейчас. Все хорошо, был в Беларуси. Потом мы делаем обновление страны у нашего пользователя. И теперь, если я сделаю println user get country, ну, понятно, я окажусь в Украине. Все это понимают, да? То есть у меня просто пользователь, ну, объекту пользователь сменили одно поле. Все вроде хорошо, да? Вот на этом примере это все хорошо, конечно. Но теперь представьте, что вот, ну, это все вот ваш реальный продакшн-проект с тысячами строк кода. Ну и для полного счастья вот эта вещь называется X. Вот теперь вот тут вот можно, конечно, вы исключения не получите, но багов в бизнес-логике вы отгребете по-любому, потому что вы просто передали объект куда-то, и тут неожиданно он стал другим. И вы этого явно не ожидали. Да. Значит, как с этим бороться? Эта проблема называется мутабель, проблема с мутабилити. То есть какого рода баги с бизнес-логикой можно совершить с помощью вот этого? Ну, оно на самом деле достаточно неограниченное количество. И идея в том, чтобы давайте не будем мутабельность вообще применять. Как это выглядит? Вот он мне даже уже подчеркивает, видите? Кто знаком с JavaScript? Вот, я думаю, эта вещь в JavaScript вам тоже известна. Значит, сделаем сейчас такую вещь, просто вот возьмем и по всему проекту все, что было варом, сделаем валом. То есть вал — это такой, ну, вал — это, вар — это то, что вот именно переменное, как variable, которое что-то может меняться. А вал — это просто значение, считайте, константа. Ее вот единожды создали, нельзя ее просто переприсвоить. Если мы сейчас просто по всему проекту заменим все это добро, то мы сейчас, нам сам компилятор не сможет дать нам поменять, взять и перевести пользователя. Но если нам надо все-таки сменить пользователя, что мы делаем? А делаем мы следующее. Мы просто вернем нового пользователя с новым адресом. Ну, для этого просто небольшой синтаксический сахар, потому что это достаточно типовая операция. Кейс класса есть в скале, вот, которая прячет в себя эту вещь, и она сразу из коробки идет метод для клонирования объектов. И мы говорим о том, что теперь вот просто копия. Ну и теперь вы, когда вот это делаете, вы неожиданно, у вас какие-то данные не поменяются. Но если вам все-таки надо перевести, то вы делаете new user, и теперь, ну, новый пользователь будет, понятно, в этой. Вот новый пользователь будет в Украине. Тут даже new можно не писать, но это тоже часть просто синтаксического сахара. Вот, то есть... То есть если я уже в Беларуси, я тут уже буду в Беларуси, и этот объект можно передавать куда угодно, вы четко будете знать, что ничего не меняется. А если вам все-таки надо что-то поменять, вы просто передаете и присваиваете, ну и все у вас хорошо будет. Что объединяет все эти примеры? Скала? Нет, ну это понятно. Но если оторваться от языка, объединяет это все функции. Я уже говорил про функциональное программирование. Ну, казалось бы, да? Я когда первый раз услышал слово «функциональное программирование», я долгое время игнорировал, на самом деле, этот домен, потому что я думаю, ну, конечно, я знаю функции. Я же, это, в школе, ну, программировать умею, функцию умею создавать, вызывать. А в чем соль? Соль в том, что функция — это как раз не вот то, что вот здесь написано на кружке. Потому что функции, вот когда вы первый раз услышали слово «функция»? На каком предмете? Математика. И функция в математике — это другая вещь, в отличие от функции в программировании. То есть функция в математике — это что-то, что берет объект из одного множества и возвращает объект из другого множества. Функция в программировании — это подпрограмма, которая может сделать все, что угодно. И все те вещи, которые мы сейчас показывали на слайде, это как раз-таки мы писали код так, чтобы функции у нас были только функциями с точки зрения математики. И мы применяли чистые функции. То есть все, что мы делали... Например, бросали исключение. То есть функция у нас ничего не вернула. Мы бросили исключение, она вообще пошла куда-то не такая. Функция, которая обновляла адрес. Это функция, которая просто меняла что-то, но ничего не возвращала. То есть чистые функции, чем они хороши? У них нет сайд-эффектов. Они ничего не меняют, и они не берут какую-то информацию из каких-то, ну, из global state, условно говоря. Да, вот это вторая вещь, это они зависят только от входа. То есть нету какой-то глобальной переменной, которая читает эту функцию, и опа, произошло что-то непонятное. Это подмножество функций в широком смысле. То есть вы все функции, все чистые функции можете реализовать у себя. Ну, то есть просто берите объект на вход, выдавайте объект на выход и получаете счастье. И вот как все эти три примера показывают о том, что это меньше при этом... То есть закрываются целые классы ошибок, типичных ошибок в программе, просто потому что вы начинаете писать код по-другому. Вы их физически не можете сделать.
То есть вы как бы пытаетесь, а вам компилятор говорит: чувак, я не соберусь. Ты начинаешь злиться на компилятор, но через полчаса ты пишешь программу, которой нету бага. Ну и чтобы добить вас танцем, еще один пример. Он такой вообще очень жизненный, мне он как-то сохранил реально на проектах много сил. Давайте рассмотрим следующее. Допустим, мы хотим делать, ну, наш бизнес работает, и мы хотим делать скидки в зависимости от страны. Object — это, считайте, singleton. Просто функция, статический метод у нас будет. И просто в зависимости от страны, то есть на вход функция берет страну и возвращает число. Так? В Беларуси скидка 10%, в Украине будет 12%, мы больше любим Украину. Значит, и вот нашему этому пользователю, соответственно, эту страну мы сделаем map, ну, то есть, получается, страна — это option, и внутри мы можем применить скидку к этой стране. И мы применим вот эту вещь. То есть сейчас должно вывести правое от 10. То есть, ну, да, понятно пока пример. Все идет хорошо, но тут наш бизнес начинает расширяться. И мы, как это, кто еще здесь есть откуда-нибудь, не из Украины и не из Беларуси? Эстония? Здорово. У меня до этого на примере было вместо Украины и Эстония, кстати. Ну вот как-то думал, что с Эстонии никого не будет, поэтому сделал Украину. Эстония. И теперь наш пользователь, вот здесь вот, мы можем получать пользователей из Эстонии. Так, сейчас мы просто сюда Эстонию впишем. Так. Ну, вроде все написали, да? Давайте посмотрим. Пользователь из Эстонии. Ну, давайте уж тут. Как это будем некрасиво себя вести? Как вас зовут из Эстонии? Это отлично. Вот, Дмитрий из Эстонии. Упс. И, соответственно, посмотрим. Так, это юзер. И посмотрим, что у нас происходит с пользователем из Эстонии. Что сейчас произойдет? Кто понял, что мы уже... У нас проблемы, да? У нас нет этой страны, да? Ну, понятно. И понятно, что в большом проекте таких мест по коду, которые надо обновить, когда мы что-то обновили, у нас появился новый статус, который надо обработать, у нас еще что-то появилось. Ну, я думаю, все знаете, тут добавили, а там забыли. Вот типичная вещь. И валится только на рантайме, когда уже тестируем, когда уже выкатили на стенд тестовый, кликаем, оно все крэшится, все здорово. Да? Тут вроде тоже кликаем, все крэшится, но есть один нюанс. Попробуем пересобрать проект и посмотреть, что там пишет. Ого, у нас есть warning. Если посмотреть, компилятор понимает, что область значения, где определена эта функция, она определена на всех поддерживаемых странах. Но матч кейс идет не по всем вариантам. И он нам пишет warning. Кто читает warning'и? Ну, тут не так много в зале, конечно, да. И на самом деле, ну, в этом случае просто в компилятор говорят: дружище, все warning'и будут фатальными. И как бы не дури голову, если есть warning, давай не будем компилироваться. Вот, если мы сейчас попробуем пересобрать проект, то на самом деле при добавлении новой страны... Так, что еще не срослось-то у него? Сейчас, секунду, может, он не подгрузил еще немножко. Сейчас, вор. Так, факир был пьяный, фокус не удался, да? Сейчас, секунду. Я вот не хотел же добавлять эту опцию. Ладно, не получилось, но программа вообще не соберется. Я вот сейчас не буду тут на лету уже разбираться, но... И после того, как программа не собралась, давайте последняя попытка, если у меня сейчас получится на лету исправить, но, наверное, не получится. Synchronize. Вот сколько раз показывал, вот честно, все время был... О, все, нет, все-таки я вас не обманул. Видите, не собирается она. И если мы откроем дискаунт, вот, ну, как бы надо добавить, иначе мы даже не запустим программу, даже не сможем запустить юнит-кейсы. Пока вот другу из Эстонии не дадим скидку, вот,
щедро в 15%. Вот, и теперь, соответственно, наш main метод сможет запуститься, и все будет работать. То есть это вообще очень, ну, такая типовая проблема. Вот, видите, скидка 15%. Значит, ну, понятно, что не все так просто. Например, когда мы думаем о немутабельности, да, что первое приходит в голову, когда мы думаем о том, что вот как бы так нам... Вот тут, конечно, хорошо, создали нового пользователя. Но что, если это коллекция? Что это, если что-то большое? Нам сейчас массив данных взять и скопировать. Ну, на самом деле, не все так плохо, потому что есть... Ну, и в Java они тоже, кстати, есть, эти все вещи. Специальные коллекции, которые... Ну, конечно, они не так хорошо себя ведут, как мутабельные коллекции, но, тем не менее, они заточены под то, как, под то, чтобы работать на неизменяемых данных. Неизменяемые коллекции, что плохого в них? Плохого, что некоторые операции, которые были за O от единицы, получаются за O от логарифма n. Логарифмическая сложность — это хуже, чем константная, но не настолько хуже, на самом деле, с ней можно жить. Но, тем не менее, когда вы пишете код на немутабельных коллекциях, появляется очень интересное свойство, которое тоже закрывает очень большое количество проблем. И вот как раз, да, даже вот буквально за 5 минут до моего выступления мы обсуждали эти проблемы. Если вы пишете на чистых функциях, это все хорошо, легко запускать параллельно. У вас не возникает ситуации, когда какие-то два потока меняют один и тот же кусок памяти. Потому что если что-то пришло на вход, оно меняется только вот этой вещью. То есть нет конкурентной модификации. И поэтому параллельность, параллелизация делается прямо из коробки. То есть все функциональные библиотеки, там, если вы пишете веб-сервер или еще чего-то, если вы пишете вот в этом стиле, то оно у вас просто параллелится и скейлится просто вот как на раз-два. И это никто специально там не пишет синхронайз, блоки какие-нибудь, все вот эти семафоры, прости господи, даже не помню, что это такое. Вот. Почему это важно в наше время? То есть я честно хотел сказать, что закон Мура не выполняется. Оказывается, закон Мура выполняется. И наше железо становится все мощнее и мощнее. Но если посмотреть на вот эту вот кривую, то вот это как выполняется закон Мура. Это логарифмическая шкала, поэтому оно два раза ускоряется. Но частота на одном ядре, она вышла на плато уже вот в 2000-х. И поэтому все те дополнительные мощности, которые мы получаем сейчас в наше время на мощном железе, оно все уходит в параллельность. И наши программы должны работать параллельно, если мы хотим утилизировать современное железо. И если вы пишете в этом стиле, вы получаете это пословно за бесплатно. Это влияет на тестирование. Тоже в хорошем смысле. Почему? Во-первых, пишутся простые модульные тесты. То есть если вы пишете модульные тесты, основные проблемы с модульными тестами возникают, когда вам нужно писать стабы, моки, фейки, дами, вот эти все слова. На самом деле они вам происходят не нужны, потому что все, что вы тестируете, оно представляет из себя что? Дали на вход, проверяем выход. Дали на вход, проверяем выход. Тесты становятся простые, просто как, ну, как лапать. Вот такие вот. Потому что вот нет этого сайд-эффекта в виде сарказма. Мы можем применять новые виды тестов, например, property-based testing. Кто знаком, слышал, по меньшей мере, об этом? Ну, если не слышали, то посмотрите. Идея в том, что так как мы можем воспроизводить результаты, и мы можем найти некие инварианты и сравнивать их. То есть мы вместо того, чтобы писать, вот на этом примере выполняется вот это свойство, мы можем сказать, что там на всех вот таких примерах должно выполняться вот это свойство, и движок посылает рандомные данные на вход и проверяет, что на таком достаточно случайном наборе данных выполняются какие-то свойства. И проверяет. Ну, это пример просто из туториала, но тем не менее property-based testing, вот он имеет место быть. И это достаточно хорошая вещь. Какой вопрос у вас сейчас должен возникнуть? Что такое монады? Вот. Конечно, доклад назывался «Про монады». Я тут сейчас рассказываю про все, что угодно, но только не про монады. Да? Но на самом деле, если уж на то пошло, я рассказываю про монады. Когда мы переходим к чистым функциям, мы начинаем думать о функциях как о математике, то у нас появляются разделы математики, которые, соответственно, думают, ну, как-то люди математики думали об вот этом всем. Это лямбда-исчисления и теория категорий. Это, вот, можете вспоминать математику, открывать, читать эти вещи, и это будет применимо к программированию в этом случае. И монады — это термин из теории категорий. Я специально сделал эту вот вещь, просто чтобы напугать, не думайте, это не так все страшно.
Ну, то есть, если вы откроете книжку по теории категорий, начнете это все читать, вы дойдете до монады, почитаете вот это, ну, там ничего не поймете. Вот. На самом деле мы, если уж так подумать, объясню в двух словах, что такое монада. И на самом деле мы уже почти все, что до этого показывал, это были монады. Монада — это такая вещь, у которой есть условно конструктор для создания новой монады. Этот конструктор, эта штука умеет в себе хранить некий тип Т, ну, дженерик, да. То есть он умеет в себе что-то хранить, монада умеет все что хранить. И эта монада умеет делать flatmap. Функцию, которая возьмет на вход хранимое что-то и вернет другую монаду, возможно, другого типа. Пока на абстракциях. На самом деле, option, который мы рассматривали, это монада. Потому что у нее, во-первых, мы ее можем создать. Так. И, во-вторых, мы можем реализовать функцию flatmap. То есть, если, если option пустой, вернем пусто, а если option не пустой, то применим функцию, вернем то, что там лежало. И на самом деле option, который был первый, это была монада. Either, который был вторым, это тоже монада. Его тоже можно создать. И вот как мы уже там flatmap на примере показывали, он немножко сложнее был, потому что он применяется к правой части выражения, но он точно так же мы его можем применить и реализовать монаду. Если мы вспомним вот, коллекции в скале, в Java, вернее, со стримами flatmap, то список, обычный список, это тоже монада. Его можно создать из одного элемента, и можно реализовать flatmap на списке. Ну, то есть flatmap на списке — это что? Это мы к каждому элементу списка применяем функцию, получаем как какие-то другие списочки и склеиваем, получаем другой список. Ну, возможно, другого типа. То есть вот flatmap, он с помощью функции делает другой список. Это тоже монада. То есть монада — это на самом деле просто общая концепция для вот такой сущности, которая умеет делать flatmap и unit. Что хорошего в монадах? В монадах, несмотря на то, что есть только один метод flatmap, можно, например, получить бесплатный метод map. Он просто, ну, реализуется вот, как это, естественным образом. Если у вас есть flatmap и штука по созданию чего-то, то вы можете вот таким вот образом реализовать flatmap. Ну, это не вникайте прямо сейчас сразу, но если вы сходу это поймете, здорово, но я это понял с третьего раза опять-таки. Но тем не менее это здорово. Вторая штука, которую монады можно, это более часто используется, монады можно комбинировать. Если у вас есть, например, два опшена от числа, то вы можете сделать третий опшен, например, сложить. И вот есть у вас сумма, и вы можете взять то, что содержится в первом случае, в первом слагаемом, взять то, что содержится во втором слагаемом, сложить эти две вещи и вернуть еще один option. И вот монады, они натурально комбинируются вот так вот. Оно применяется там в разных местах, но тем не менее вот это тоже свойство монады, оно широко используется. Но не все, не все монады, то, что умеет делать flatmap и создаваться, должны выполняться три правила. Left identity, right identity и правила ассоциативности. Они достаточно естественны, но вы можете сделать что-то, что будет иметь метод flatmap, но оно не будет монадой, и у вас что-то может покрешиться. Не говорю, что у вас вообще ничего не будет работать, но могут быть проблемы. И как раз-таки, если вы что-то сделали, это у вас вроде как монада, это хорошо проверять на property-based тестинге, потому что у вас есть какие-то общие правила, и вы тогда можете на рандомных данных проверять вот эти вот правила. К чему это все? Вот, подводя итоги, на самом деле. Как мне понравилось одно сравнение функционального программирования, какое влияние это имеет на отрасль. Если так, мы строим дома как? Вот раньше как строили дома? Брали там три бревна, ложили друг на друга, строили бревенчатую там хату, избу. И, ну, мой дед так строил, там передавалось, но никакой науки за этим не лежало. Функциональное программирование вместе с лямбда-вычислениями, с теорией категорий приносит научную базу к построению софта. То есть да, она была, то есть это те же алгоритмы, по сути, вот компьютер сайенс, это тоже про научное обоснование. Но тем не менее оно не говорит про структурность какую-то. Как раз теория категорий и вот лямбда-исчисления приносят некий вот как сопромат в строительстве. То есть не зная сопромата, вы не сможете сделать высокое здание, потому что оно у вас на пятом этаже развалится. Вот то, что мы делаем, когда мы делаем сложные программы, они у нас разваливаются, это можно считать про то, что мы что-то строим сложное, но под этим нет некой теории, которая бы говорила о том, что это можно дальше строить, и оно будет высоким, и оно будет стоять. Вот на этом вот хочется закончить, и пару ссылок, если вас это заинтересовало, курс на Курсере. Если вам хочется все эти вещи применять в Java, они тоже есть. Вот Either, Option, это все здорово, все есть. В других языках это тоже имеется. Поэтому вопросы.
разработчиков к этому склонить? Ну, просто как бы в своем проекте, допустим, где тестики, все чисто красиво применяешь, но как бы на качество продукта это особо не влияет. Это влияет. Ну, то есть это напрямую влияет на качество продукта. Это влияет на качество моего кода. Как бы если продукт, ну, продуктовая, соответственно, база, ну, кодбейс находится отдельно, то как бы, собственно, чем... Ну, я про это... Ну, этот доклад как раз про то, что QA — это не только про тестирование и про автоматизацию. QA — это как раз про обеспечение качества. И я говорю о том, что есть инструмент, который позволяет обеспечивать качество. Вы можете пользоваться этим инструментом, вы можете искать отговорки, почему вы не можете этим пользоваться инструментом, но есть подходы, которые могут обеспечить качество вашего продукта. Вот. Вопрос, как бы, как его применить в конкретной ситуации, найдете ли вы энтузиаста, который действительно это посмотрит. Ну, все зависит от ситуации, но тем не менее это имеет непосредственное влияние на качество. Вот как раз, я не помню, где-то в Slack гуляла ссылка, например, брали GitHub репозиторий, смотрели количество багов там на единицу чего-то, и функциональные языки были в топе по наименьшему количеству дефектов. Это были Scala, Haskell, еще чего-то там. Именно потому что меньше шансов сделать баги. Это вот про это. А, еще немножко вдогонку. Есть ли какой-то success story, когда именно разработчиков приобщают к подобному подходу? Ну, да, наверное. Допустим, не использовали, а тут хопа, типа, начали использовать. Ну, я знаю, как бы. Ну, просто есть. Ну, понятно, что если уже проект живет, множится, то тут сложно его взять и переписать. Но если мы живем в мире микросервисов, то знаю истории, когда писали там на ноде, и там новые микросервисы начали писать на скале. И, в принципе, никто не мешает. Ну, вполне себе, это не так, ну, опять, в современном мире, когда если ты работаешь с одним большим монолитом, понятно, что тех стек сменить сложно, но, в принципе, это все решаемо. Да, Игорь, спасибо за доклад, очень интересно было, познавательно. Ну, про монады, конечно, я ничего не понял, но я не сомневался, если честно. В общем, мне на самом деле вот эта идея вот функциональных вот этих подходов в тестировании уже давно вот как-то так будоражит ум. И вот ты вот очень заметил хорошо, что действительно вот параллелизация тебе дается вот просто как, знаешь, в подарок. И вот у меня такая мысль возникла, что ты думаешь по поводу того, что вот функциональные подходы, вот если говорить не про обеспечение качества, а именно вот про, например, написание тестовых фреймворков, что вот тест-раннеры твои, они должны вот быть написаны больше в функциональном стиле, но в то же время вот PageObject, они вот больше, знаешь, вот на систему типов полагаются. Вот у меня вот это вот вопрос, а как совместить эти два мира? Вот если, например, вот PageObject, да, какие-то типизированные сущности с какими-то там методами, свойствами. И в то же время у тебя функциональный мир тест-раннера. Есть ли у тебя какие-то примеры, когда вот эти два мира могут нормально существовать? Ну, я на самом деле при подготовке к этому докладу мне делали просьбу, чтобы я примеры показывал из кода автоматизации. Но беда в том, что, ну, как бы это не то, что это, ну, оно не там. Ну, тот код, вот если писать тест-раннер, это классическая программа, она чего-то делает. Если брать PageObject, это вообще что-то непонятное вообще, куда его... Ну, так это категоризация, это, знаешь, какие-то модельки. Да. И на самом деле я думал о том, как бы, вот что показать, чтобы это было применимо к тест automation. Но, честно говоря, у меня не было идей. Вот. Поэтому ответ я не знаю. Ага, хорошо. Ну, потом еще подойду к тебе, да. Хорошо. Есть еще вопросы? Хорошо тогда. Спасибо всем. Если что, подходите.